Всем привет! 12 июня, в эту пятницу, стартует новый тренинг, точнее сказать, серия летних тренингов. Все тренинги будут по староиндийской защите. И начнем мы, ну вот, староиндийская защита на диаграмме, и начнем мы с варианта Насян. Староиндийскую защиту, ну, белыми играли практически все сильные шахматисты, играющие d4 либо c4. Черными староиндийскую защиту играли Фишер и Каспаров, Таль, Накамура. Сейчас из сильных ее применяют Перуджа регулярно, Грищук, Накамура. Ну и еще целый ряд шахматистов, Раджабов, Мамедов. Правда, Раджабов реже сейчас. Ну, для белых плюсы очевидные в этом дебюте. Они захватывают пространство. У них есть ясная игра на ферзевом фланге. В некоторых случаях на королевском. Для черных тоже плюсы очевидны. Как говорил сильный шахматист Лев Борисович Псахис, цитируя другого сильного шахматиста: староиндийскую защиту играют не для того, чтобы получить выигранную позицию, хорошую позицию, а для того, чтобы выиграть. То есть, по-моему, Халифману принадлежит. То есть, это один из самых боевых дебютов, которые известны, при этом достаточно позиционно обоснованным является. Как у нас будет проходить тренинг? Вот вы видите презентацию, то есть у нас будет веб-конференция в Zoom, то есть в пятницу, потом в субботу веб-конференция, турнир. Будет 5 тематических турниров с контролем 7+2, что позволит практически всем полностью ощутить прелести разыгрывания системы Петросяна, в частности, в индийской защите и белыми, и черными. Будет 5 разборов партий, примерно по 2 часа. Как показали предыдущие тренинги, что обычно все-таки чуть больше мы разбираем. Все записи, занятия, лекции и все теоретические материалы в форматах ЦБВ и ПЖН, а также разобранные партии вы получите доступ в Google папке, где это все будет храниться. Цену вы видите 1500 плюс дополнительная индивидуальная консультация 1000 рублей. Тренинг рассчитан на шахматистов от второго разряда, но в них принимали участие и кандидаты в мастера, и мастера, и даже гроссмейстеры. Так что, в общем, приходите записываться. Вот расписание всех тренингов вы видите сейчас на экране. То есть, кто, когда, как, с какого числа, по какое. И вот сейчас расписание непосредственно ближайшего тренинга по системе Петросян. Ну и тем, кто считает, что индивидуальная консультация – это глупость, я напомню, что у меня час индивидуальных занятий стоит 2 часа. Здесь, в рамках тренинга, вы можете практически стоит 2000 за 1 час, а вот здесь в рамках тренинга вы за 1 час можете заплатить 1000 рублей. Не знаю, жду на тренинге, мне кажется, все очень здраво, разумно, понятно.